Так, собираем морковочку активнее, активнее. Ага, я собираю, все собираю, так быстро собираю, как только могу. Вот, все собрал. Так, всё. Угу. Вот. Тихо, тихо. Ну, всё. Вот ваша морковка, мадемуазель Екатерина, забирайте. Так, 59 морковок. Мало морковки. Картошку собираем. Слушай, а тебе не кажется, вот так чуть-чуть, что ты могла мне помочь, да? Тихо! Хотя бы... Хорошо, я молчу, 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 она... Ты молчи лучше, ты скажи мне, знаешь что? Ты вообще знаешь, за что ты отбываешь наказание, молодой человек? Я в душе не чаю, из-за чего ты сейчас на меня злишься просто. И вот это тоже собирать надо. А давай... Конечно, надо. А давайте мы вместе подумаем, что такого сделал Эдисон в прошлой серии? Что я сделал такого в прошлой серии? Опять его проклятый троллинг. Да еще и с чем? С алмазами. Слушай, Катя, если тебя не учили воспринимать шутки как шутки, это не мои проблемы. Я хотел развеселить народ, у меня это получилось. Тебя развеселить у меня не получилось. Ну вот, потому что у тебя чувства юмора нет. Все, что я могу сделать, вот, все. Ах, у меня чувство юмора, не знаешь, за что, что тебе за это будет? Пойдем, пойдем, брось ягоду, брось ягоду. Ладно, пошли, давай. Троллинг мастер, заходи сюда быстро. Ну? Яйца давай, собирай. На кой черт нам яйца? У нас 3 бочки полных яиц и еще один сундук полных яиц. Так тебе нужно эти бочки освободить, а вот отсюда переместить сюда. Или хочешь еще что-нибудь противненькое поделать? Давай ты, если тебе нужны яйца, ты берешь вот их так и сама туда перемещаешь. Мне яйца, допустим, не нужны, у нас и так их дофигища просто. Хорошо, не хочешь яйца собирать, пошли какашки за медведем убирать. Ладно, нет, не надо какашки за медведем. Все, сейчас хорошо, сейчас все это сделаю, яйца там и куда-то. Ладно, это я заберу, это все я сюда перенесу. А тут места-то уже даже нет. Нету ремонта, что ли, Катя? Зачем опять курица выпустила? Давай, давай, собирай теперь их обратно. Давай. Троллинги любим строить. Троллинги любим строить. Любим и курочек обратно в загончик заводить. Так, давай. А зачем ты специально-то это все делаешь? Как их сейчас обратно заведу, если я открою загон, эти все остальные выбежат? Молча, молодой человек, молча. Короче, затаскиваем курей. Давно я, слушайте, шашлык не ел. Все, всех куриц обратно затащил практически. Собирай мясо, дома зажарим, стейки сделаем куриные. Надо было моим мечом на огонь, она бы сразу жарена уже была. Кстати, темнота. Кстати, да, ладно, пошли. Я отбыл свое наказание за якобы огромный такой троллинг из предыдущей серии. Этот троллинг настолько огромный, он настолько тронул меня вообще до глубины души, что ты сейчас будешь кормить всех животных в нашем городе. Всех! Кого? Корову! Давай, у тебя есть еда, надеюсь? Не, как бы я все понимаю, в предыдущей серии, мы же, подожди, Кать, мы же читаем комментарии всех подписчиков. Да, кстати, я эту идейку-то из комментариев стыбзила. Расскажи, расскажи. Ну вот, в предыдущей серии, учитывая, что мы как бы читаем все ваши комментарии, в предыдущей серии написали, что, мол, Эдисон и Катя, вы уже столько тысяч лет не кормили своих животных, то что они скоро умрут от нехватки еды в организме. Поэтому, скорее всего, вот Катя сейчас отсюда это наказание и взяла, да? Да, видите, совмещаем полезное с приятным. Забери свои яйца, пожалуйста, у меня 10 стаков яиц в инвентаре. Так, морковку берем, пшеницу берем, яблочки берем, я больше не знаю, давайте сладкие ягоды берем. Я не знаю просто кого чем кормить, поэтому возьму все. И морковь все. Все взял, пошли. Давай, давай, пойдем. Сейчас будем делать перекличку наших животных, заодно и покормим раз в 100 лет. Так, подожди, в первую очередь Чебурака надо покормить. Чебурак у нас тут голодает уже 10-е сутки. Чебурак, держи курочку. Покормил. Молодец, Плюсик, корми, пойдем дальше. Милку, подожди, мы Милку забыли. Милка моя, кочь, ее не трогай. Хорошо. Яйцом ходи, яйцом хотел покормить. Екатерина, ты выхухляцкая, не трогайте, пожалуйста, просто это яйцом. Это тебе просто плюс задание за кошку. Я яйцо ей хотел вот так дать, друг. Ой. Я случайно! Я ты иди сюда, собака такая, ты твою кошку трогаешь, ты! Все, Катя, пожалуйста, успокойся. Все, я понял. Я плохой человек, можно даже так сказать. Я тебя слишком часто троллю. Но подписчикам-то нравится то, что я тебя троллю, а? Под,
подписчики знаешь, что делают? Что? Они мне везде, в комментариях, в сообщениях пишут: «Катя, не верь Эдисону! Он тебя затроллит!» Поэтому кто еще что любит? То есть они каждый раз меня тебе палят после того, как я готовлю тебе троллинг-ловушку? Конечно, я все знаю, вообще-то. То есть я для вас делаю развлекательный контент, а вы меня палите перед Катей до того, как я ее затроллю. Все понятно? Все понятно. Все понятно. Все стало на свои места. Хорошо. Так, кушайте вы, кушайте вы. Давайте, вы будете чики-бомбончики? Нет, они не будут. Так, значит, кушайте вот. Чики-бомбони запрещено на сегодня. Хорошо, чики-бомбони. Ты зачем чики-бомбони сделал? Это не чики-бомбони, чики-бомбони овца, это совсем другое. Вот, тебя покормил, а чем черепах кормить? Пашка, Сашка, Наташка, Машка, а их водорослями кормить? А у нас да, водоросли. То есть мне сейчас отправляться за водорослями, да? Давай, удачного плавания, добрый путь, как говорится. Подожди, вот так сейчас все сделаем. Главное не задохнуться. Вот. В смысле не задохнуться? У нас тут вечное дыхание. Ничего, я сейчас всех покормлю, но это не значит, что мои троллинги над Катей когда-нибудь закончатся. У меня такая армия помощников, что мне любой твой троллинг просто ни о чем. А, так они сейчас будут... Они яички сейчас будут... Я просто вас покормить хотел, я не хотел, чтобы вы чики-бомбони делали. Ладно. Так, ты, Толик, вот это, кушай. Молодец, Толик, алкоголик. Или нет, как там, Толик, Анатолий. Так, пошли, этих покормили, эти вот эти чики-бомбони покормили. Так, сейчас Лизу. Надеюсь, то, что... Лиза, ты... это кто? Лиса твоя, в смысле? Точно, ты, я забыла. Ты забыла то, что у тебя лиса Лиза есть? Она Елизавета просто, поэтому... Хорошо, Елизавета Выхухляцкая. Вот, держите одну ягодку, берите и кускайте. Все, пошли, выходи давай. Не надо беспокоить Лизу. Опа, это вот так. Михуил у нас в принципе не любит кушать. Я не знаю, чем его кормить, чтобы он кушал. Вообще ничем. А ты знаешь, мне кажется, медведи, они же жир свой собирают там годами. Мне кажется, они вообще не должны есть. Кстати, да. Мне кажется, медведи в принципе никогда не едят, поэтому давай, выбегай. Пошли. Все, Кать! Всех накормил! Нет, пчел не покормил. А пчел я тебе чем покормил? Пчелы спят уже как бы ночь на улице. Сейчас их не надо тревожить, Кать. Так, тогда ты должен покормить еще морских этих рыб. Как я тебе... Слушай, мне тебе не кажется, что ты немножко перебарщиваешь? Я никаких рыб не буду кормить. Я понимаю, троллинг, да, троллинг был жестоким. На твоих глазах умерли 6 алмазов. Но чё с этого взять? Иногда и такое бывает. Да ладно на эти алмазы, садись. Последнее задание для тебя, садись. Какое последнее задание? Садись, давай. Сейчас ты мне мой рыбацкий домик отмоешь весь, там, да, уборочку генеральную будешь делать. Да, никакую уборочку! У меня для тебя есть другое предложение. Я же, ну, комменты мы читаем, я уже это сегодня говорил 38 раз. В комментах под предыдущей серией я прочитал, что подписчики писали про одну вещь, про которую мы с тобой давным-давно забыли. У меня же прямо сейчас 18 уровень. А посмотрите на мои шмотки. Они же сломаются буквально в следующей серии. Надо их как-то отремонтировать. Да, мне крылья надо. Очень срочно починить крылья. Да, Катя уже не может летать, наверное, как серии 4. Поэтому, Катя, мы прямо сейчас с тобой отправимся и сделаем ферму опыта. В ад, что ли, пойдем? Какой ад? Мы пойдем к спавнеру скелетов. Это что такое? Блок, из которого высасываются скелеты, ну спавнятся прямо у тебя на глазах. Высасываются скелеты? Я хочу на это посмотреть. Господи, садись в лодку и давай им поедем с тобой. Вот туда, поехали. В ту сторону за портал. Вот туда, далеко-далеко, давай. Песенку не хочешь какую-то спеть случайно? Ты наказан. А я-то тут, я хорошо, я петь не буду, ты спой тогда. Ты наказан и от меня песенку не получишь, мистер Крупер. Ну, пожалуйста, ну спой песенку. Ты подожди со своей песенкой, ты куда меня завел? Вот туда дальше, видишь, там, где в пещере факела светят, вот туда немножко. Вот. Я туда не пойду. Да еще чуть-чуть, да прямо. Ладно, вылезай и потопали туда. Все, припаркуйся. Да припаркуйся. Все, опа, вот.
Все, заходи внутрь. Давай. Слушай, мне кажется, или ты первый раз такую дичь видишь, не? Ну, ты знаешь, что-то похожее я видела. Там маленький скелетик крутится. Ой, ну, так вот, никакие они не мутички. Кать, иди сюда, забери, пожалуйста, вот эти все яйца, которые мне сейчас не нужны. Нам с тобой надо сделать хотя бы маленькую такую ферму опыта. Вот прям совершенно маленькую, даже не автоматическую, потому что на нее уйдет слишком много времени. Сейчас я сделаю обычную, а потом в следующей серии сделаем прям огромнейшую, прям обещаю. Ну ты мне хотя бы принцип-то расскажи, а то я что-то вообще ничего не понимаю. Короче, Кать, все, что нам сейчас с тобой нужно сделать, это выкопать два блока вниз под вот этим спавнером. Поэтому копай по периметру вот так два блока, когда все сделаешь, тогда все будет готово. Так, поняла. Один... И два. Ага. Ты копай, я посмотрю, пока все ли ты правильно делаешь. Давай. Вот мне же скажется, что ты опять меня хочешь затроллить, и я что-то не так сделаю. Кать, я учу тебя делать ферму бесконечного опыта. Давай делай, я буду следить. Так, нормально? Получается? Работай, салага, работай, все хорошо. Как-то я не заметила, что ты теперь мной управляешь, а не я тобой. Я вот тоже это не заметил, но вот видишь. А как мне вылезти теперь? Копай дальше все блоки. Екатежопик, держите одно ведро, держите второе ведро. Разлейте в два угла, вот там, которые сзади вас находятся. Так, подожди. В левый, вот в левый, да, и возьми, забирай. И вот туда? Да нет, не туда, в тот угол, который там. Ой-ой-ой, сейчас заберем. Забери вот эту воду, которая здесь в углу, забери ее. Вот забрала. Вот туда. Молодец. Молодец, это я сейчас вот так выкопаю, вот сюда, вот так. Короче, техника этой фермы такова. Здесь будет кромешная темнотень, как в жопе, ты знаешь у кого, да? У крипера. Все верно. Так, Кать, выбеги на улицу, набери, пожалуйста, еще одно ведерко воды и вернись сюда. Да я оттуда, ай, на улицу. Как выйти-то, как выйти? Постарайся как-то это сделать. Вот, все, молодец, я Катя, молодец. Давай, выкинь мне ведро, выкинь. Держи. Вот так, молодец. И сейчас его запиндюлю, отойди вот туда дальше. Сейчас его запиндюлю вот сюда. Так, иди туда, в обратную сторону. Давай, тикай. Ты делаешь какую-то дичь? Ну как, отойди, я не могу пройти сквозь тебя. Не делаю я никакую дичь. Сейчас сама все увидишь, как это будет выглядеть. Вот, все, примерно как-то вот так. И вот сейчас у нас... небольшой вот такой вот спуск вниз. Вот так где-то. Опа. Так, а где мы с тобой вышли? Это мы где сейчас? В Нарнии в какой-то, я не знаю. Я вот тоже не знаю, где мы сейчас ощутились. Ладно, давай тогда дальше наверх прокапываться вот туда. Я требую объяснений. Запрыгивай туда внутрь. Давай. Ага, и чтобы меня сейчас засосало туда, не скелетом? Будет, никто у тебя ничего вот засасывать не будет. Вот это мы закрываем. Как бы это закрыть? Подожди. Так. Вот так все закрыл. Короче, наша с тобой задача сейчас разрушить эти факелы. Прыгай вот туда в дырку, прыгай. Давай. Как только все факелы будут разрушены, здесь начнут спавниться скелетотосички. Подожди. Страшно, очень страшно, не надо нам это... Вот так, все, вот так это сделаю. О, они уже начинают спалиться! Кать, подожди! Так, все, тикай, давай, вот куда, туда, тикать-то? Вот туда. Он за нами сейчас должен тикать. Тикай, он будет тикать, вот он тикает, сейчас тикай за нами, давай. Вот сюда, прыгай, вылезай. Подожди, убивай. На! Вот. И все? Вот примерно по такой технологии они сейчас все должны спавниться. То есть они будут спавниться вот в той комнате. Вода их будет по сточным трубам стекать вот сюда. Они будут падать вот сюда. И даже не смогут выйти, потому что они закрыты полублоком. Сейчас, смотри. Угу. Слушай, Кать, небольшая просьба. А поднимись туда наверх. Вот туда. В комнате вот той поднимись. Зачем? Вот здесь лестница, отсюда мы будем выбираться. Вот по лестнице поднимись туда наверх, пожалуйста. Угу. Просто мне кажется, я сделал очень далеко вот эту комнату, где мы будем истреблять вот этих скелетов, и они, скорее всего, перестали спавниться. Ну ничего, это только маленькая заготовка, я обещаю то, что до следующей серии я здесь сделаю просто мега-супер-дикую ферму опыта.
Так, ну я возле спавнера, что мне надо сделать? Там, просто там стой, они сейчас должны заспавниться. Ага, нифига себе ты придумал. И кто первый сюда упадет? Кто отведает мой новый аттракцион в Майнкрафте? Ага, ты. А какой черт ты забралась в эту комнату? Скелеты должны туда забраться, Кать. Да что-то они там такие лентявые вообще, ленивые. Лентивые, сама ты лентивая. Так, стой здесь, я сейчас приду, подожди. Вот через вот этот выход мы будем подниматься, топать вот сюда, вот наверх. Ну, конечно. Спамьтесь, пацаны, спамьтесь, давайте. Ой, мне кажется, проще пойти в ад и копать там эти блоки, которые много опыта дают. Подожди, все будет автоматизировано. Сейчас вот, да ты упади туда внутрь, заколебал, падай. Один упал, Кать, один да, упал. Да, он здесь, иди сюда. Не, подожди, не бей его, сейчас еще где-то 2-3 штуки заспавнится, их тоже к тебе туда отошлю вниз. Страшно-то как, он меня сейчас угрохает походу. Опа, еще один появился. Все, беги сюда! Бегу! Твоих хватит! Бегу, ща приду! Ой, пока ты бежал, тут еще упал! Тут пять! Вот, а меня-то за что бить? Вот, короче, берем и одним или двумя взмахами, смотри! Па! 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 Просто па! Да, опыт тебе! Ну ладно, смотри, сколько падает, с ума сойти просто! И ужас, и стрелы. И стрелы, и луки, и кости, и костную муку. Я уже 19, смотри, уже 19 костей только что добыл. Все, они теперь мои. Они теперь твои. Ферма-то работает, только я тебе говорю, к следующей серии я ее еще намного улучшу. И потом, скорее всего, мы себе всю жизнь зачарим в следующей серии. Опа, здорово, ёпки! Кстати, ты же можешь на стриме улучшать это. Кстати, да, стримы, вторник, четверг, суббота, в 7 вечера, вот, на стриме мы часто играем в выживание и часто улучшаем все наши постройки. А потом я захожу в серию и ничего вообще не понимаю, что здесь произошло. Брат, вот видишь, спавнится потихоньку спавнится, по одному падают. Не, ну круто, прикольно, мне нравится. Ну ты у меня прям инженер-литейник. Ученый, здорово, смотри, вот прям лук выпал, смотри, там прочность один, конечно, но все работает. Ну и нафиг он нужен? Да я не знаю, пускай будет. Вот и упал. Ой, ладно, разбирайтесь тут, я, короче, пошла гулять. Давай, а я пока опыта себе здесь нафармлю. О, цветочки пойду пособираю, тут как раз их очень много. Ага, давай. Это что там было? Это мистер Крипер. Ага. Ой, еще один мистер Крипер. Еще один мистер Крипер. Да нормально, я справлюсь, сейчас дойду, все нормально. О, как вас много, пацан Трэй, все познакомиться хотят, а у меня, между прочим, уже 20 уровень.